Wait a minute. Добрый вечер. Вас уже обслужили? Скажите спасибо, если хоть чай дадут. Холодные закуски, бутерброд с икрой, ветчина с гарниром, салат из огурцов и помидоров. Первые блюда с 12 до 18. Вторые блюда — котлет полтавская, гуляш. А вот фирменное блюдо — бифштег с яйцом. Недурно. Приятного аппетита. Что надо? Извините, мне ничего. Слушаю. А вот кто она, знаете? Нет. Жаль. Послушай, это точно. Минуточку. А кто она? Сельдь с гарниром, бутерброд с икрой, горбуша, салат из огурцов и помидоров, ассорти мясное и бифштег с яйцом. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Спасибо. Волшебник. Не густо. По-моему, достаточно. Спасибо вам, Сережа. Ему спасибо. Душевный человек. Да прекрати. Нехорошо, девочки. Теплая. Ну, не очень. А я к родителям еду. У меня там сын. В Москве, в институте. Еще девчонка выскочила замуж. За старшекурсник. С родителями не познакомила. Отец у меня прекрасный человек. Я очень его люблю. Но он старых взглядов, а муж... Слишком новых. Да. Вот и катаюсь. Москва, Севастополь и обратно. Третий раз с ним развожусь. Что делать, не знаю. Сойтись с мужем в четвертый. Или выйти за меня в первый. А если я соглашусь? Только без угроз. Спасибо, Сережа. Тамара, будьте любезны. Ага. Сидите, девочки, я сам. Спасибо. Ну, что вы, что вы, что вы. Ну, как? Как положено. А кто она? Человек. А, ну, это я понимаю. Простой советский человек.
До свидания. Звоните. Спасибо. Я приехал к Асу. Коты, ну что ж ты опять по всей квартире игрушки разбросал? Ведь ты же уже не маленький. Надо самому за собой убирать. А я из-за тебя на работу опаздываю. Мама! Котик, ой, как ты у меня вырос. О, тяжелый какой стал, большой. Ой, мамочка. Что ты мне говоришь? Потом расскажу. Где муж? Здравствуй, папа. Я спрашиваю, где муж? Перестань, Гурам. Ты видишь, на девочке лица нет. Она мне есть? Она мне. Лица на ней нет. Гурам. Шау на мусор, шена. Прекрати, Гурам. Не было у нее никакого мужа. Пара, папа, раз, амбоб. Что думаю, то и говорю. Как тебе не стыдно, Гурам? Маша, Маша, а ты куда? Кто с котой останется? Ты. Сумасшедшая у тебя мама и бабушка. И деда тоже. Покажи, прошу. А это что? Увидите. Проходите. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Пропустите сначала родителей с детьми и людей преклонного возраста. Осторожно, двери закрываются. Желаю приятного проезда. Интересно. Поехали. Вперед? Куда? Там же люди. Ну, автоводитель разберется. Любопытно. А если знак? Пожалуйста. Смотрите. Поразительно. Люди! Останови! Не беспокойтесь. Фантастика. Одобряете? Одобрить легко. А кто отвечать будет? Проконсультируемся, посоветуемся, решим. А ты продолжай. Совершенствуй. Ду-ду! Елена Егоровна, зайди ко мне, пожалуйста. Что за жизнь, а? У каждого своя. Моя хорошая. О, пожалуйста. Жена толкает науку, понимаешь. Дочка убежала. Выгнал. Куреша. Елена Егоровна, ну что мне с ним делать, а? Коте, сколько раз я тебе предупреждал, когда старшие говорят, помолчи, понимаешь? Не понимаю. Ну что там у нас сегодня? 9:30, совещание директоров автобусных парков. Подожди. Пожалуйста, не толкайтесь. Спасибо. Пойдем на следующий. Извините. Извиняю. Осторожнее. Обязательно с ними в автобус. А что мне их по почте посылать? Сидите спокойно. Ну а я тут при чем? Полегче. Извините. Безобразие. Едем как сельди в бочке. И куда только смотрит начальство.
Не толкайтесь, пожалуйста, раздавите. Так я и знала. Извините, я не нарочно. Если вам не трудно, не откажите в любезности. Не могли бы вы как-нибудь повернуться? Пожалуйста. Прошу прощения. Виноват. Извините. Осторожнее нужно. Осторожнее, что? Не печалится, не хмурится, белый город не дает, ведь его любая улица к морю синему ведет. Дорогая, где ты, где ж ты? Кто хранит твои следы? Может, улица надежды, может, площадь доброты, может, улица надежды, может, площадь доброты. Небо с морем здесь встречается, голубое с голубым. Чудеса порой случаются, где же еще случаться им? Дорогая, где ты, где ж ты? Кто хранит твои следы? Может, улица надежды, может, площадь доброты, может, улица надежды, может, площадь доброты. Мне в такое чудо верится, что и в сказке не сказать, будто смог с тобой я встретиться и уже не отпускать. Дорогая, где ты, где ж ты? Кто хранит твои следы? Может, улица надежды, может, площадь доброты, может, улица надежды, может, площадь доброты. Следующая остановка – набережная. Товарищи! Утвержденный план не обсуждают. Его выполнять надо. А как? Когда автобусы простаивают? Пусти на линию. Водителя не хватает? Набери. Текучка? Ликвидируй. А как? Ты кто? Жилье надо строить. Рабочий. Директор автобазы. Слушай, у тебя факты пьянства есть? А где их нет? Хорошо. Помолчите, понимаешь? А сколько у тебя женатых водителей, ты знаешь? Не считал. Вот отсюда и танцую. Холостой водитель – это работник не самостоятельный, товарищ. А женатый человек – это желатый человек. Так что держите курс, товарищи, на женатого водителя. Гурам Атарыч, а как его держать? Слушай, Булавин, ты что так много вопросов задаешь, а? Начальство вопросы не задают. Понимаешь, кино свой. Ты кто понимаешь? Кто я? Да, ты. Председатель мискома. А ты знаешь, сколько у тебя женатых водителей? Не считала. Я доску рационализаторов оформляла. Орел? Согласна. Рыба? Ну, как бы вам дали? Молодец, надо было ходить, игрок называется. Здравствуйте, Василий. Добрый день. Здравствуйте. Антипов, почему не на линии? Да еще козла забиваете. А я во вторую смену. Вон, автобус ремонтирую. Да сейчас перерыв. Ты женат? Я? Зачем? А ты? Что я? Ненормальный. Ну, как бы вам дали, а? Не волнуйтесь, Василий Петрович, не так страшен черт. Надо создать в нашем парке атмосферу нравственной нетерпимости к каждому отдельно взятому холостяку. Конкретней. Пусть каждый женатый водитель поделится своим семейным опытом. Он, Антон Филиппович, например. Человек солидный, с большим стажем, положительный. Антон Филиппович. А? Ты женат? В третий раз. А что? Вот расскажи ей, с чего начинается семья. У вас лишнего билетика нет? Вам повезло, девушки. Друг не пришел. Что?
что ж, холостяк? Ага, потомственный. Как это? А это я потом объясню. Тамара! Узнали? Нет! Сережа! Куда направляемся, если не секрет? Секрет! Значит, в кино. А можно я с вами? Такой вариант, как вы, Сережа, у меня уже был. Не нравится мне ваше настроение, Тамара. Мне тоже. Отец рвет и мечет. Ухожу как можно раньше, прихожу как можно. Как можно позже. Уеду. Опять? Ладно, Сереж, пока. Девушки, вам повезло. Ой, спасибо. А деньги? Ну, не волнуйся, Машенька. Тамара скоро придет. Не придет. Ну, как ты мог? Ведь девочке и так плохо, она же мечется. Я тоже. Ну, виноват я, виноват. А все характер твой. Ты что думаешь, что мне самому нравится? Ведь ты подумаешь, что ты делаешь. На работе никому не даешь слова сказать. Не даю. А в гости придешь, сам себя тумадой назначаешь. Назначаю. Жен, каких мест сектови. При ребенке не надо. Ешь. Ну, клянусь, ну, я буду другим. Ну, вот скажешь, сделай так, сделаю так. Скажешь, сделай не так, не сделаю не так. Я же люблю тебя. Я вас всех люблю. Ай, мама. Весь меня. Ну, вот, хорошо, Грамчик. Давай завтра устроим нашего котика в ясли, а? А? Продолжателя рода в ясли? Ну, за что? Неисправимо, ждет. Пока я жив, ноги твои не будет в яслях. А где она будет? С меня довольна. Я с ума сойду и всех прикончу. Нет, это я убью себя. Дядя, посмотри на папу. Разрази вас, Господь. Почему я такой несчастный? За что? Что я такого сделал? Я могилу мило искал, но ее найти нелегко. Долго я томился и страдал. Где же ты, моя Сурико? Долго я томился и страдал. Где же ты, моя Сурико? Розу на пути встретил я, в поисках уйдя далеко. Роза, пожалей, утешь меня, нет ли у тебя... Приехал, а? Наконец-то познакомился с зятем. А я с папой. Ух ты, мой дорогой. Котик, нам пора уже спать. Не хочу. Слушай, а почему ты не сказал, что должен приехать, а? Ты бы все равно мне не поверил. Верно. Ну, давайте, тянуйтесь и быстро за стол. А где ты так задержалась? Гурам Атарович, где ваша дочь на ночь глядя гуляет? А печаль мужу? У подруги была. Не сомневайся, была у подруги. А, сейчас мы разденемся, помоем ручки и... Что и? Поужинаем. Егорочки, как полететь? Не надо. Так интересно рассказывать. Вот и мама твоя. Котенька, посмотри, какую мама тебе трубочку принесла. Посмотри, мое солнышко. Сережа, котик без вас не ложится. Без папы. Понял. Извините. Иди, иди. Сынок, будем спать. Я хочу спать. Сыграй, пожалуйста, другое.
ночи клонится, и уже миллионы спят, не страдающих бессонницей замечательных ребят. Все останется, как прежде, но во сне увидишь ты, может, улицу надежды, может, площадь доброты, может, улицу надежды, может, площадь доброты. И такого скрывала, а? От тебя все скрывать надо. На. Прими. Теперь не надо. Сны мальчишеские жгучие, с ними лучше не шути. В них немыслимые случаи, невозможные пути. Все останется, как прежде, но во сне увидишь ты, может, улицу надежды, может, площадь доброты, может, улицу надежды, может, площадь доброты. Дорогой Сережа, сегодня ты вступаешь в наш интернационал. Объясняю. Ты русский, я грузин. Жена моя белорусская. Дочка наполовину грузинка, напополам белорусская. Ну, пока непонятно. Так выпьем за большой интернационал в этой маленькой, понимаешь, квартире. А вы давно живете в этом городе, Гурам Атарович? Убили меня здесь. Ранили. Говорю, убили, значит, убили. Спасибо. Лежу я, понимаешь, убитый. И вдруг вижу, с небес спускается русалочка. Русалка в море. Слушай, не перебивай. Лицо румяное, глаза голубые, а за спиной крылья. Так и машут, так и машут. Это маскировочный халат. Я во время войны была санитаркой. Слушай, ты дашь мне говорить или нет? Ну, санитаркой была, ну и смерти вытащила. И сказал тогда я ей: вот, Маша, кончится война, и мы с тобой останемся здесь. Вот так я стал севастопольцем. Выпьем за это. Ты куда? Сам знаю. Прости, дочка. Я куда взять? Привык возле нас, понимаешь? Спи, маленький, спи. Пойдем к нам. Бабушка без себя уснуть не может. Там что-то дайте. Вот. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи.
Положите простыню на место. Извините, я не одет. Хорошо, что мы не в море. Держите. Сережа? Сереж? Ау. А что я утром родителям скажу? Я как-то об этом не подумал. Так что же вы предлагаете? Отец встает в 6 утра. Сережа? Я. Ой, как ты поздно. Спи, мам, спи. Хоть бы ты, наконец, женился. Уже. Ой. Здрасте. Здрасте. Извините, мне не сюда. А куда? К жене. Моей. Так, не успел выйти из дома и уже. Боря, а кто это? Ты меня спрашиваешь? Извините, это недоразумение. Мне нужно выше. Выше не могу. Угу. И давно это у вас? Что? Боря, постыдись. Это я должен стыдиться? Да ты! Подозрение из-за каждого пустяка. По-твоему, это пустяк? Ну все, я уйду от тебя. К нему. Послушайте, вам не тяжело? Нет. Тогда я пойду. Благодарю. Извините, я тороплюсь. Да, конечно. Стой! Барс! Ты его знаешь? Извините. Случается. Серго, ты что ты делаешь? Бегаю. Я бегаю, давай вместе. Да я давно бегал, Грамма Тарыч. Еще глубже. За мной. Завтрак еще не готов. Привет, Гурам. Привет. О, нашему полку прибыло. Зять мой, изобретатель. О, поздравляю, поздравляю. Кого? Завербовал? Зять мой, лауреат. О, поздравляю.
Устал? Нет, что вы. А что так дышишь? По системе йогов. А, молодец. Извините, это опять я. А, да. Я вас узнал. Воды, пожалуйста. Ой, да вы не волнуйтесь, он уже уехал. Опаздываете. Извините, быстрее не мог. Как самочувствие, Гурам? Как сказка. Настроение? Как песня. А как насчет запчастей? Слушай, ты сюда бегать пришел или вопрос задавать? Бегать. А то, что я в глупейшем положении. Это вы понимаете? Понимаю. Я тоже. Но ведь хотел-то как лучше. Хотел. Отец вас мужем моим считает, Костик папой. Тамара. А вот и Костик. А вот и я папа. Доброе утро. Ну что наша мамочка так волнуется? Папочка обязательно что-нибудь придумает. Правда? Да. Придумаем. Арбоби паровсми полния, эхула чемия, ватараго госику арули, охура дзнелия. Приехали. Мол, нет, сюда. Мол. Какой у нас деда хороший кулинар. Поехали. Яичница. Завтрак уже готов, друзья мои. Поехали. Поехали. Придумали? На голодный желудок. Ешь быстрее, а то опоздаешь. Куда? На самолет. Какой самолет? У него бабушка заболела в Ленинграде. Бедная женщина. Только приехали и уже уезжаете. Нет, бабушка это святое. У тебя когда самолет? А я поездом. В 10 вечера. Привози ее сюда. Вылечим. Угу. А потом? А потом он влюбился в царевну. Кто? Иванушка. Дурачок. Ну не такой уж он был дурачок. Просто хотел как лучше, а получалось. Хуже. Почему? Почему? Царевна ему попалась, капризная, все не так. А как? А как? Жениться он на ней хотел. Зачем? Жить без нее не мог. Плохая сказка. А могла быть очень хорошая. Вот что, Сережа, сегодня вы уедете и никогда больше не вернетесь. Видишь, пароходики уплывают. Осторожней. Опять вы? Я. Здравствуйте. Обязательно с ними в автобус. На такси денег не хватило. Раки съели. Эй, приятель, где раков достал? А что? У нас пиво. А я не пью. А раки зачем? Не скажу. Сережа, здравствуйте. Добрый день. Надо спеть. Не поется. А. ЧП, девушка ушла. Чижикова Анна Христофоровна, пенсионерка. Даю бесплатно добрые советы, свободное от отдыха время, телефон. Разрешите? Пожалуйста. Микрофон. А этого оставьте себе. Говорят, что дела нет легче, чем давать советы. Разрешите дать совет? Вы не верьте в это. У кого душа болит, у кого радикулит, кто курить никак не бросит, кто рецепт варенья просит, этот слишком растолстел, подскажи диету. У кого-то много дел, у другого нет.
тот с женой разводится, все со мною делятся, всех спасать приходится. Я советы берегу, никуда от них не деться, дать любой совет могу и любое средство. У кого душа болит, у кого радикулит, кто курить никак не бросит, кто рецепт варенья просит, этот слишком растолстел, подскажи диету. У кого-то много дел, у другого нет. Тот влюблен и женится, тот с женой разводится, все со мною делятся, всех спасать приходится. Давай. Ну, я все забрала, поехали. Присядем на дорожку. Опаздываем. Тебе что муж сказал? Садись. Садись. Ну, вы готовы? Садись. Слушай, ты будешь играть или нет? Отвлекают. Давай. Поехали, еще такси надо поймать. Моя машина у подъезда, сиди. Ай, папа, поезд в 10 часов. В 10:10. Слушай, не спорь с мужем, садись. Торопись, как на пожар. Ходите, ваш ход. Ну, ладно, хватит. Садись. Давайте, давайте. Извините, действительно пора. Приедешь, позвони, а то я буду хорошо, волноваться. Мы все будем волноваться. Ну, конечно. Женька, обязательно. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Бабушка! Серёжа. А, это твоя бабушка! Очень приятно. Анна Христофоровна. Гора Матарович, моя жена. Очень приятно. Дочка Тамара. Томочка, поцелуй бабушку. Это я ее с удовольствием поцелую. А где дитё? Дитё уже спит. Уже сидит. Что такое? Что там? Сувениры для вас. Так сказать, сюрпризы. Внуков нынче не дождешься. Вот я и решила навестить их. Ай, молодец. Садитесь, пожалуйста, я сейчас вас покормлю. Чувствуй себя как дома. Спасибо, Марья Семеновна, да я уже поужинала. А тогда, может быть, отдохнете? Не беспокойтесь, пожалуйста. У меня здесь школьная подруга. Мы с ней 50 лет не виделись, я у нее переночую. Обижаете. Бабушка моего зятя моя бабушка. Я думаю, вам тут будет удобно. И вы хорошо выспитесь. Что вы? У меня хроническая бессонница. Ну, а тогда, может быть, снотворное? Не помогает. Вы знаете, я люблю лежать и мечтать. А-а-а. И согласиться, Марья Семеновна, в этом что-то есть. Весь город спит, а ты лежишь и мечтаешь. Ну, спокойной ночи, Ваня. Спокойной ночи. Значит, бабушка. Бабушка. И много у вас родственников? Не считал. И все такие же авантюристы? Это у нас фамильные. Мерто, чему сагдавикц? Отдохните. Бабушка уедет завтра, а я уйду сейчас. А подбородок у него прабабушкин. Да, а ушки... Ушки мои, вот особенно правое, да. Уши отцовские. Ну а нос? Нос копия мой. Пожалей ребенка. Ну а глаза? Глаза-то мои. Когда спит? А когда откроет мои? Ну хоть что-нибудь в этом ребенке есть мое? Есть. Что? Халактики на свай. Что это? Трубу прорвало. Похоже на бульдозер. Я сейчас. Тш, не ходи. Это бабушка мечтает. По-моему, это надолго.
А мне к ректору с самого утра. Я тоже, между прочим, не в отпуске. Выдержит? А? Со знаком качества. Выдержит. Спасибо, Тамара. Навеки сработано. Не выдержала. А вот и мы. Поехали. Работай ножками. Доброе утро. Я в руля. Вот и научился. Как вам спалось? Замечательно. А я опять глаз не сомкнула. Мы слышали. А мне показалось, что кто-то храпел. Это деда. Есть в дедушку. Ну, конечно. Это я храпел. Не огорчайтесь. У меня есть импортное средство. Вот. Что это? Средство против храпа. Надевается на подбородок, укрепляется на затылке, потом надо расслабиться и дышать только носом. Большое вам спасибо. Но не сейчас, только перед сном. Это за мной. Приятного аппетита. Ой, мне тоже пора. Бабушка, у Тамары сегодня встреча с ректором. Ты бы не посидела с Катой? Какой вопрос? Мало я с тобой сидела. Мало. Сережа, ты не забудь, в 20:00 я должна быть дома. Да-да, я все... Валидол. Ты зачем? Ты со мной остаешься. А ты со мной. Вот, Гурам, хотим назначить начальником автоколонны. Отличный парень, изобретатель. Алло? Слушай, Антон Прокофьевич, что у тебя в парке творится? Ну и что? Найди, организуй, ликвидируй. Что? У тебя ремни генератора есть? Нету. Вот у Булавина тоже нету. А вы ходите с положения? Не выхожу. Ты тоже выходи. Дочка в институт поступила? Молодец. Извини. Вот, Гурам, хотим назначить начальником автоколонны. Отличный парень, изобретатель. Минуточку, я назвали. Алло? Алексей Трофимович, слушай, что у тебя в парке творится? Ну и что? Ну, назови мне человека, у которого есть запчасти. Что? У тебя шаровые пальцы есть? Нету. У Булавина тоже нету. А ведь... Не выхожу. Выходит из положения. Ты тоже выходи. Сын диссертацию защитил? Молодец. Извини, дорогой. Слушаю. Вот, хотим назначить начальником автоколонны. Отличный парень. Изобретатель. Алло? Белиси? Кто? Леван? А, Леван, гамарджоба. Рамше гатуха. Запчасти. А, эхлаве чавитер, мазвайца. Кибатану гави китхаве эхлаве. Ахина гакраме. Карчахеде. Нету. Каркачахеде. Не выхожу. А вот Булавин выходит. Извини, дорогой. Целую. Обнимаю жену. Молодец. Гурам, что случилось? Думаю, кто звонил. А. Гурам Атарович, товарищи уже собрались. Ну вот видишь, опять не получилось. Гурам, может быть, по-быстрому? По-быстрому нельзя. Вопрос серьезный. Кадровый. Позвольте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Не стоит. Не толкайтесь, пожалуйста. Ого.
Где ж такую поймали? В океане. Обязательно с ней в автобус. А ее в такси укачивает. А чем вы недовольны? Автобусов не хватает. Автобусы есть. Водителей нет. 300 платят, все равно не идут. Не в деньгах дело. Профессия водителя автобуса опасна. А вот вы бы, товарищ, посадили своего сына за баран? Я бы посадил, а его не беру. Девушка, простите, а у вас муж есть? У меня есть ребенок, но ему еще рано быть шофером. Девушка с синим бантиком. Следующая остановка — институт. Не забудьте, вам выходить. Молодой человек, а вот вы хотели бы стать водителем на автобусе? 4 вставать, 3 ложиться, да еще таких, как вы, возить. Вот она, философия. Гражданин, по-моему, ваша рыба в опасности. Устала, больше не могу. А я нет. Тук-тук-тук-тук. Правее. Правее! Поправее. Чуть выше. Выше чуток! Это что? Выполняем ваше указание, Василий Петрович. Проводим важную кампанию. Семья – это семья. Мне такой, как ты, и одной вполне хватит. Помолчи. Пора нашим ребятам подумать о семейном очаге. Вера! А о пассажирах ты подумала, которые сейчас, по твоей милости, на остановках стоят? Василий Петрович, пассажиры входят и выходят, а водители остаются. Это точно. Вера! А ты помолчи, мегафон. Левей! Левей! Смену бы лучше поработал. Тюрин заболел. Не могу, Василий Петрович. Я сегодня в общежитии не ночевал. Ай-яй-яй, Антипов. Разве уж к этому нас призывает товарищ Зайцева? Правильно говорит. А может, у меня серьезные намерения? Может, я хочу предложение сделать? Хотеть — это еще не сделать. Вчера вечером не до того было. А утром будить стало жалко. Вера! 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 Майна! Отставить. Все по рабочим местам. Так мы же еще не закончили, Василий Петрович. Электропроводку наладить надо. Вечером после работы. Вечером не можем, вечером у нас мероприятие. Кстати, Василий Петрович, вам билет. Президиум. На сей раз нет. Дискотеку для наших ребят закупила. А это что такое? Отстаете от жизни, Василий Петрович, современные танцы. Танцы? Ага. А с чего танцуем? Я диски нигде достать не могу. А ты дискотеку закупаешь. Мне на автобус сажать некого. А ты танцы устраиваешь. Несерьезно все это, Зайцева. Петров, Сережа! Вот с кого надо брать пример. Днем на работе, вечером в библиотеке, перспективной, выдвигаем на начальника колонны. Одобряю. А тебя никто не спрашивает. Здравствуй, Сережа. Здрасте. Здрасте. Звонил я тебе сегодня. Нужен позарез. Да я дома не ночевал. Ой. Что с вами, Василий Петрович? Со мной? Со мной это как раз ничего. Ладно, поработаю. Спасибо. А вот без напарника, Василий Петрович, очень тяжело. 2 месяца обещаете. Будет. Зови своего попугая. Антипов. Антипов, будешь у Петрова напарником? А у меня уже есть. Будете втроем на 2 автобуса. А если я против? У нас на автобазе все за. Против и воздержавшихся не имеем. Понял. Вы нам очень понравились. Мы без вас будем скучать. Я тоже. Бабушка, приезжай скорей. Обязательно приеду. Жди. Ту-ту. Ту-ту. Успел, слава богу. Получи, дорогой. Прошу машину. Гурам, это ж зачем? Конечно. Ну, обижаете, дорогая. Моя машина, машина моего зятя. Ну, неудобно. Геннадий, мы же с вами родственники. Прошу вас. Подождите, подождите. Я вас тоже провожу. Спасибо, внучка. Поехали, поехали. Приехали. Возьмите вашу ручку. О, господи. Что такое? Сумку забыла. Не волнуйтесь, мы вам по почте пришлем.
Так билет в сумке. Не волнуйтесь, билет тоже пришлем. Тогда и меня пошлите. Бабушка, ничего страшного, завтра поедешь. Ну и ладно. Вот правильно. А как же остальные внуки? Я же уже телеграмму дала. Вас будут встречать. Спасибо, внучка. Папа, ты же начальник транспортного управления. Бегите в восьмой вагон, считайте, что билет у вас в кармане. Идем, Диана Христофоровна. Чемодан не забудь. Вы, пожалуйста, приезжайте к нам. Папа будет рад, мама будет рада, Костик очень рад, а мы с Сережей просто счастливы. Спасибо, я очень привязалась к вам. Мы тоже. Что случилось? Скорее в девятый. Возьмем жены футболистов. На игру едут настраивать. Что вы так дышите, Гнатан? Система йога. Дыши в эту устаревшую систему. Билет, пожалуйста. Это вам от нашей семьи. Французский. Вы рыцарь, Гнатан. Грузи все рыцари. Идемте, идемте. Счастливого пути. Пока. Анна Христофоровна. Вы простите меня, ради бога. Ну что же делать? Ты не волнуйся. Я сойду на первой остановке. Наше дело – помогать молодежи. Ставь чемодан и иди. Извините. Куда вы? Куда вы? Убьетесь? Не убьюсь. Я же за вас отвечать буду. Ну что ж, молодые, домой? Да Тамарочка целый день в дискотеку просится. Похвально. Желаю приятно повеселиться. А я приготовлю ужин. Буду ждать. Поехали. Да. Отправили женщину неизвестно куда. А кто виноват? Ну, я виноват, я. Что же делать? Такси! Надо догнать ленинградский поезд. Считайте, что догнали. Смотри! Анна Христофоровна. Анна Христофоровна! Сереженька! Как это вы? А что? Я была чемпионкой по прыжкам в воду. Садитесь. На Пушкинскую, коллега. Поехали, поехали. Вы не сердитесь на Сереженьку. Это была моя гениальная идея. Я никогда не была бабушкой. Ну, мне очень захотелось сыграть эту роль. А у вас есть дети? Трое холостяков. Не понимают, какое это счастье, когда тебя ждут дома. Вот я и дома, дети мои. Жду в гости. Звоните. Непременно. Пожалуйста. Спасибо. Благодарю, шеф, благодарю. Сейчас поедем. Даю бесплатно добрые советы, свободны от отдыха время. Домой? В дискотеку. Дворец культуры рыбаков, пожалуйста. Сто лет не была на танцах. Захотелось на людей посмотреть. И себя показать. Кому я нужна? А если мне? Хватит, Сережа, пошутили. А я не шучу. Давайте сегодня после танцев зайдем ко мне. Я вас с мамой познакомлю. А кто будет играть роль мамы? Я уже не верю ни одному вашему слову, Сережа. А я люблю вас.
Не уверен. А может быть, вы просто не в моем вкусе? Ну, надо сказать, что до встречи с вами мне тоже нравились несколько иные дамы. Интересно. Какие же? Вот такие. Что вы? Круиз по морю, роскошь. Замечательно. Светлана! Светлана! Томка! Привет. Где ты пропадала? Потом объясню. Познакомься, это Сережа, приятель моего мужа. Приехал к нам в гости. Светлана. Очень приятно. Слушай, ты не хотела бы пойти на танцы? С удовольствием, но сюда не попасть, билетов нет. А у Сережи есть. Понимаешь, ты ему очень понравилась, и он бы хотел с тобой познакомиться, но он такой стеснительный. Пойдемте. Пойдемте. А ты? А у меня семья. Ты не давай ему скучать. Опаздываем. Обожаю танцы. Постараюсь. Вы одна? И я один. Билеты есть? Сервопле. Ты куда понеслась-то? Успеем. Уважаемые товарищи водители, поприветствуем наших очаровательных гостей, работниц швейной фабрики. Ура, товарищи! А может, не надо? Нет, надо, надо. Так. А потом мы поехали в Ялту. И представляете, ужас какой. Вязали за нами три кадра. Мы в парк, а не за нами. Мы на пляж, а не за нами. Мы в раздевалку. А не за вами. Угадали, а не за нами. Разрешите? Я не танцую. А чё ж ты пришла? Принцесса. Будешь дежурить. А если я... Я знаю, что ты за. Танцуй. Чтоб был порядок. Будет. Теперь вы в безопасности. Спасибо. Танцуйте. Я же тебя предупреждал. Ну, ладно. А я хочу танцевать. А я хочу, чтобы ты рядом была. Ну, пожалуйста, ну я прошу тебя. Дома натанцуешься, поняла? Добрый вечер, Василий Петрович. Василий Петрович, да это же Пепси. Точно? Сапер ошибается один раз. Старшим будешь. Прошу. С удовольствием. Ой, извините, а я так не умею. А мы можем по-всякому. Да? Да. Обратите внимание на своего молодого человека. Отличный производственник, активист, 300 тысяч без капремонта. Не пьет, не курит. И сыну уже 3 года. Как, разве он женат? Да, на мне. Ах, вот откуда он у нас такой положительный. Танцуете? Не спорю. У нас на фабрике я лучший танцор. Интересно. Среди мужчин. И много у вас мужчин? 2. И вы тоже? Что тоже? Шьете? Не, я шофер. Они шьют,
а я отвожу. Интересно, а дети у вас есть? Целых трое. Мало-мало, а меньше. Завидую. А ваша жена вместе с вами работает? Вдовец я. Надо же. Я вот тоже одна. В бальзаковском возрасте. Не спорю. Да в 45, баба, ягод копять. Она уж и 45. Это поговорка. Ждите меня здесь. Ну как, друзья, понравилось начало вечера? Тот, кто весел на работе, тот на отдыхе и гриф. У нас в гостях вокально-инструментальный ансамбль «Панорама». Смотрел, подойти никак не решался. У тебя так много всяких важных дел, а у меня всего одно. За тобой во след, как тень, везде ходить, под окном твоим стоять часами, мерзнуть вечерами с дворником дружить и смотреть в твое окно. Пусть отец, как будто гром грохочет, пусть поет и пляшет шумный зал. Ты прости, танцую я не очень, но зато я все тебе сказал. Звон гитар, ты за все в ответе. Звон гитар, с тобою я храбрее. Я кричу, ты лучшая на свете, в тишине. Но нам друг от друга не уйти. В этот вечер все стало ясно, что теперь не делай, смейся и шути. Мы с тобой всегда одно. Знаю, час настанет, ты мелькнешь в окне, бросишься стремглав ко мне навстречу. Удивится дворник, улыбнется мне, я ему махну рукой. Пусть оркестр, как будто гром грохочет, пусть поет и пляшет шумный зал. Петров-то личность. Не спорю. Член мискома. Вот как. Звон гитар, ты за все в ответе. Звон гитар, с тобою я храбрее, я кричу. Сменщик мой, хочется меня в топ свалить. Я снова онемею. Пляшет шумный зал. Ты прости, танцую я не очень, но зато я все тебе сказал. Звон гитар, ты за все в ответе. Звон гитар, с тобою я храбрее. Я кричу, ты лучшая на свете. В тишине я снова онемею. Простите, я, кажется, немного задержался. Совсем немного. Опять трубу прорвало. Ну, ничего, починят. Осторожно. Не прикасайтесь.
За это время можно было дважды проводить Светлану на Северный полюс и вернуться обратно. А она живет немного дальше, на Южном. Поставьте меня. Пожалуйста. Надеюсь, вы не скучали? Ну что, у вас прекрасная подруга. Я так и знала, что вам нужно. А я нет. Уже на кухне. Мы сыты. Спать хотим. А? Отвернитесь. А я есть хочу. А я спать хочу. Повесьте, пожалуйста. Что вы делаете? Положить одеяло на место. Я не одет. Я вижу. Уже высохло. Спокойной ночи. Серго. Серго. Он спит. Уже? Да. Слушай, героиня комедии Шекспира «Украшение строптивой». Первая ка, последняя. Кретинка. А? Подходит. Катарина. Сережа? Я. Опять ты поздно. Спи, мам. Когда же ты меня с невестой познакомишь? Уехала она. Куда? На съемки. Артистка она. Ой, Господи. Этого нам еще не хватало. Том! Где таскался? Папа! Серго, ты где был? Бегал. По бабам он бегал. А почему меня не подождал? Он дома не ночевал. Гурам Анатольевич, я объясню. Тихо вы, котика разбудите. Да себя разберемся. Да я хочу понять, что здесь происходит. Твой зять где-то шляется по ночам. Не верьте ей, она сама заставила меня выйти. Ревнует. Каждой юбке меня ревнует. Да ты за каждой юбкой и бегаешь. Да тихо вы. Ведь дом разбудите. Твой характер у нее. Тоже мне жить не давал. Любит, потому что я на его любит. Загидет я, да? Это не к тебе. Тамар, ну зачем вам нужен этот дурацкий скандал? Потому что мне все это надоело. Это цирк. Уходите. Вы действительно этого хотите? Да. Дай мне еще семечек. Спасибо. Томка, наконец-то тебя отыскала. Привет. Привет. Это твой? Ха, надеюсь. Счастливая ты? Еще бы. А где Сережа, не знаешь? Нет.
А что? Ну, странный парень. Я думала, мы после танцев погуляем, посидим с ним где-нибудь. А он мне в темпе в троллика привет. Как на пожар торопился. А как он тебе? Ну что ты, парень класс. Томочка, слушай, разузнала бы ты у него, как я ему. Хорошо. Хорошо? Ну, я полетела дальше. Счастливо. Счастливо. Пока. До свидания. Ну как? Порядок. Тогда принимайте, Степан Кузьмич. Спасибо, Василий Петрович. Доверие оправдаю. Напарника, если позволите, сам подберу. Хозяин. Не спорю. Внимание, внимание! Работают все радиостанции и телевизионные центры автобусного парка. Передаем экстренное сообщение. В нашем парке произошло историческое событие. Грандиозная кампания нашего предместкома Валентины Зайцевой увенчалась успехом. Сегодня мы поздравляем с вручением первую пару. Прошу. Да мы же еще... А еще тянуть? Прошу. Не спорю. Ну как, одобряете? Одобряю и поощряю. А ты скоро? Да я же не про них, я про автобус. А, консультируемся, советуемся, решаем. А ты совершенствуй. Бабуль, не подскажете, где улица Острякова? Да вот она. Да, а дом номер 15? Вот сейчас погляжу. Шел. Зайка, иди сюда. Тебе больно, мой хороший Барсенька. Садист. Садитесь, подвезу. Прошу. Я привыкла ножками. Да еще какими? Даже в Рио-де-Жанейро я не встречал подобных. Прошу. Сказка с жизнью повстречаются и расстаться не хотят. Так во взрослых снах случается, а не только у ребят. Все останется, как прежде. Но во сне видишь ты, может, улицу надежды, может, площадь доброты, может, улица надежды. Сергей? Удивлена. Ты меня ничем удивить не можешь. Хорошо встречаешь мужа. Бывшего. Да. Не Рио-де-Жанейро. Зачем приехал? С родителями познакомиться. Ребенка посмотреть. Тебя повидать. Соскучился. Каждую ночь снишься. Вот веришь, просыпаюсь... Ты идешь домой. Мне никто. Никто, кроме тебя, не нужен, я понимаешь? Я это слышала. Тамара, ну прости меня. Я люблю тебя. Да никого ты не любишь, кроме себя. И родителей своих вспоминаешь, когда шмутки тебе присылают и деньги. В общем, все, Сережа, твой поезд ушел. А поезд мне теперь ни к чему. Ну-ка, посмотри. Вон, видишь? В карты выиграл. Отец на чайке купил. Так что давай. Собираю вещички и машину. Я предпочитаю автобусом.
Извини, я спешу. Подожди. А зачем тогда просил меня приехать? Я? А то кто же? На. Прочти. Может быть, не знаете, с кем вас свела жизнь, высокой души человек? Я был бы счастлив, если бы меня полюбила такая. Будьте человеком, приезжайте, еще не поздно. Ну? Что? Я ничего не знаю. И ты думаешь, я поверю, что он написал это письмо по собственной инициативе? Да кто он? Твой приятель. Сергей Петров. Сергей Петров? Именно. Он большой шутник, и тебя разыграл. Извини, я спешу. Выгоняешь, да? Угадал! Но я все равно без тебя никуда не уеду. Я же знаю, что ты меня любишь. Прекрати. Да там, ты что? Это твой милый каприз. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Муж? Чей? Ее. Да какой это муж, папа? Это авантюрист. Я? Сейчас он еще скажет, что Костик его сын. Конечно. Вот видишь? А я твой папа. Пока. А тебе это понравится? Почему такая прическа? Ждешь кого-то? Дожду. Прилечу ночным самолетом. Миша! Миша! Заходи домой! Сергей Горелов. Что же это такое? Я так и знал. Барс! Ты его знаешь? Пожалуйста, если можно, без рук. Кто там? А? Вот он, Петров-то. Отличный парень. 300 тысяч без капремонта. Не пьет, не курит. И отличный семенин. Как это понимать? Как это понимать? Извините, Гурам Атарович, я понял. Я тебя спрашиваю, как это понимать? Гурам Атарович, у меня график. У всех график. Ты объясни, как это понимать? Я тебя спрашиваю. Товарищ водитель, скажите, как это понимать и поехали. Да подожди ты, дорогой, не до тебя. Гляди на колотуха. Что случилось? Да ничего особенного. Поезжайте. Стой! Это тут упросто. Эхлаю чамарку сапутами. Не понимаю. А ты думаешь, я понимаю, а? Стыдился мне, шоферу, сказать, что он шофер, а? Вы представляете? Подожди. Не представляю, поезжайте, видите, пробку создали. Счастливого пути. Ладно, поезжай. Дома поговорим. А вы разве знакомы? Были. Понимаешь? Тихо. Понимаешь, профессии своей стыдится. Кем ты была, когда выходила за меня замуж? Медсестрой. А я? Тихо. А я? Шофер. Правильно. А сейчас ты кто? Кандидат медицинских наук. Правильно. А? Шофер. Ай, молодец. Алло? Здравствуй, это я. Я слушаю. Тома, мне нужно поговорить с тобой. А ты опоздал, мой муж приехал. Муж? А чему ты удивляешься? Ты написал, он приехал. Я уже познакомила его с отцом, так что все в порядке. Да, я написал, но я тогда не думал, что... Впрочем, это теперь не имеет никакого значения.
чудо верится, что и в сказке не сказать. Будто смог с тобой я встретиться и уже не отпускать. Дорогая, где ты, где ж ты? Кто хранит твои следы? Может, улица надежды, может, площадь доброты. Может, улица надежды, может, площадь доброты.